нам надо защитить трудовые коллективы. Это касается и Гродно, и Бреста. Вот говорят, там Гродно Азот аж под 100 человек вышло, начали разбираться, а там же пришлых сколько со стороны. Поэтому надо защитить тех рабочих, которые хотят работать. И не только рабочих, учителей, врачей и так далее. Всех, кто не хочет, демонстрировать хотят, я вчера уже сказал, или позавчера, на улицу. Мы будем с ними лучше на улице разбираться. Слушайте, сегодня у нас тяжелейшая ситуация, как и во всем мире. Людей надо лечить. Мало ковид, у нас же кроме ковида другие респираторные заболевания и прочее. Сезон начался. Но когда говорят мне, что врач там где-то развернул это коллаборационистское знамя, ну мне плохо становится. Не говоря уже об учителях, я, правда, в последнее время не слышу. Вы видите, какие они акции начали проводить в театрах? Люди пришли оперу послушать, спектакль посмотреть. Они заранее скупают билеты. 2-3 минуты снимок сделали и разбежались. Обратить надо внимание на этих работников, начальников безопасности в театрах. Чем они там занимались? Почему они этого не видели? Ну, а когда увидели, какие меры приняли? Никаких.